Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo. Ремонт переда. А спонсор этого видео Car Vertical. Здесь можно узнать историю авто по VIN-номеру. Проверим Custom Pacific. Вбиваем VIN-номер, поиск. Здесь есть много информации, посмотрим основную. И сразу мы видим, что машина была в ДТП. Информация о продажах авто. Автомобиль не краденый. С пробегом тоже все гуд. Повреждений много. На данный авто есть фото. Это фото 2020 года, а это уже 2021. Проверяйте авто на Car Vertical. Ссылка в описании. Итак, разбираю. Разобрал, и теперь видно основные повреждения. В этом месте металл довольно-таки толстый. Ладно, сначала вытягиваю. С вытяжкой я закончил, поврежденные части заменю. У меня есть нужный кусок. Удаляю поврежденный металл. Мятое железо удалено, и теперь я возьму нужный мне кусок. Вот этот кусок я и установлю.
Померил. Все чудненько. Могу варить. Итак, сварочные работы закончены. Нет, не закончены. Теперь я загрутую все, что поменял, и затем приварю последнюю деталь. Вот теперь сварочные работы закончены. Замененные детали крашу. Теперь антикоррозия и затем сборка. Моя работа закончена. Капот и крыло в цвет машины. Владелец покрасит только бампер. На эту работу ушло 22 часа.
на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!